Сегодня я стал страшным Хаги-Ваги для того, чтобы помогать Фласке. Ну и помимо того, что я научился издавать жуткие звуки, я получил несколько невероятных способностей. Например, я могу сожрать кого угодно. Но получится ли у меня объяснить, чего я хочу? Ведь самая главная проблема заключается в том, что Фласка не будет меня слышать. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Ну а мы начинаем. Ну что ж, ребят, как вы можете заметить, прямо сейчас я нахожусь в теле Хаги-Ваги. И господи, какой он все-таки стрёмный. И на самом деле у него есть просто невероятнейшие способности. Во-первых, я могу издавать различные страшные звуки для того, чтобы пугать Фласку. То есть могу издать вот такой звук, вот такой. Их очень много, и они друг за другом идут. Короче, это просто жесть. Помимо этого, у меня большая пасть, и не просто так. Я могу кого-нибудь похавать. Так, я, кажется, его съел. Да, в общем, я могу откусывать куски от всех, и они будут помирать. Вот, такие звуки, как будто какой-то зомби ест. Но я не зомби, я Хаги-Ваги. Помимо этого, я при помощи своих длинных рук могу притягивать кого угодно. Вот, допустим, вот эту вот коровку. Ну, а еще я могу закричать. И если я закричу, то, как вы видите, эта коровка боится и просит, чтобы я ее отпустил. Так, ладно, скушаем ее. И пойдемте-ка прямо сейчас в гости к Фласке. А, кстати, у меня еще есть тотем, который призывает Хаги-Ваги при опасности. Я подарю Фласке этот тотем, и когда ей будет страшно или что-то будет происходить, то меня будет телепортировать к ней. Ну что, давайте-ка мы найдем ее дом и попробуем ее немножечко напугать. Что за звуки? Я не понял. Хе-хе. Ну привет. Что-то рычит под моим окном, неужели это... Это что за уродик? В смысле уродик? Я вообще-то очень миленький. Какой кошмар, это что такое? Оно откуда? Это что, Хаги-Ваги, что ли? Какой он ужасный. Фу, мерзость. Почему ужасный? Так, ладно, пойдемте к Фласочке постучимся к ней в дверь. Оно ходит под твоими окнами. Оно долбит в мою дверь. Да я добрый, добрый я. О, ну как зомби хочет ворваться и захавать меня. Житель, пошел быстро собраться с ним. Давайте-ка мы сожрем жителя. Он его съел, все, я ему точно не открою. Нет. Я-то думала, это была моя тактика. Я сейчас открою дверь, житель выйдет, если он не тронет жителя, значит он добрый, а он значит злой. Я не буду. Да нет, я не злой, я просто решил немножечко это проучить жителя за то, что он тебя трогает. О нет, еще и гроза на улице, это просто капец, это просто ужас. Да не бойся, открой дверь. Блин, нужно ей как-то показать, что я добрый. Посмотрите на мою пузико. Разве существо с таким пузиком может быть злым? И что, я так страшно выгляжу, что ли? У меня есть тактика, я просто-напросто возьму, сейчас прокопаюсь и аккуратненько выйду из дома, пока эта штуковина меня поджидает. Да-да-да. Кто гений? Фласка гений. Давай-давай. Выбирайся, я тебя подожду. Оно съело мой пол! Мой пол! Да нет, не ел, блин. Ну я добрый. Так, давайте ей попробуем это доказать. Вот я ей подарю стоп сена. Я ее не вижу. Ага, вот она. Да стой! Оно меня притягивает! Да тихо, не бойся! Да что она, что она боится? Надо по-тихому выбраться, по-тихому выбираемся. Да нет, ну я все время такой страшный, что ли? Страшный! Она меня схватила своими руками, вонючими! Да нет! Она меня схватила! Я добрый! Я тебе сейчас шопу на глаз натяну! Шопу на глаз натяну и глаз на шопу тоже натяну! Я тебе сейчас глаз в шопу запихну! Ты что, от меня уходишь? Не понял? Бойся меня! Она не боится? Ей не страшно? Ты меня не хаваешь! Нет, я добрый, я хаваю только, я вегетарианец, только этих овечек, вот. Ты мне типа показал, что ты хаваешь? Да-да-да, именно так, я добрый, видишь? Да, ну конечно, ты скуф. А, слушай, а что за звуки мерзкие ты издаешь? Почему мерзкие звуки? Миленькие звуки для миленького Хаги-Ваги. Ты хочешь, наверное, кушать? Ладно, я поняла, ты ешь баранину, у меня как раз... Где моя ступень? Вот она! А, нормально, где мой дом? Вот он, нормально. Сейчас я тебя покормлю. Не понял. Ладно, это у меня. Сейчас я тебя покормлю, у меня где-то здесь было. Блин, придется сожрать вот эту штуку, чтобы я мог пройти. Что за звуки? Такое ощущение, будто у меня там что-то захавали. Слушай, у меня есть баранина. И как в дом про... Где дом? Вот. О, четко. На, покушай. Я так и поняла, что ты любишь баранину. Но ты ее хаваешь целиком. Ты ее даже не жаришь. А это невкусно. Надо немного посолить. Это кто орал? Это из тебя овечка там, да? У меня тоже такое есть. Ты слышал, да? Это что за звук был? Это моя плюшевая игрушка.
игрушка прикольная, да? Смотри, смотри, смотри. Да какая плюшевая игрушка? Ой, господи. Так, нужно, чтобы она меня покормила. Иначе я начну жрать здесь все. Так, 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 так. Ничего больше у меня нет. Чего ты хочешь? Я что хочу? Чтобы у меня были друзья, вот. О, слышь, я играла в это твою Poppy Playtime. Ты там был и ты вообще из с фабрики игрушек сбежал. Ты, наверное, любишь игрушки. У меня, кстати, есть игрушки. Сейчас покажу. О, смотри. О, игрушечный кубик. Да, нужно издать какой-нибудь звук. Ты его захавал? Зачем захавал кубик? Ты хаваешь кубики? Ты мне дал что-то за кубик? Типа, я даю тебе кубики, ты настолько... А, у тебя было бедное детство, у тебя не было кубиков, и вот я даю тебе кубики, а ты даешь мне всякие приколы. Ну, типа того, давайте скажем да. Ладно, на. Вот, аксолотлик в ведре. Это что? А я поняла, ты хочешь, чтобы с нами жил аксолотль? Да ты таки скажи, вот, все, брат живет здесь. Я его съел, кажется. Ты зачем съел Васю? Ну, это случайно вышло. Это просто жопа-жопно. Ладно, хорошо, сделаю вид, уж ничего не было. Да. А, так, ладненько, давай, мы с тобой должны ты большой, я поняла, выходи. Вот, давай, держи. Ты что, в лифте родился, алло, дверь закрыть. Дверь, вот. Молодец. Надо ей подарить. А то у меня немного крыша пострадала. Вот. Ладно, нормально. Так, ладненько, мы с тобой должны пойти и напугать всех зомбарей в этой деревне. Они каждую ночь приходят и хавают нас. Она не видит, что у меня в руке. Вот, посмотри. Ты смотришь на небо. Нет, да, вот. Да, красивые звезды. Вот, 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 вот. Я прям... Что ты махаешь перед моим лицом своей рукой? Что такое? Что? Это твоя игрушка? Так, давайте скажем да, да, да. Ну, по сути, это игрушка. Я поняла. Я тебе дам кубик, ты мне дашь игрушку. На, на, кушай. Уголь. Ладно, вот. Дадим ей тотем Хаги-Ваги. Я надеюсь, она прочитает, потому что эта штука призывает меня при опасности. Ты мне дал уголь, ты как Санта-Клаус. Так я хороший ребенок, я хорошо себя вела, никого не обижала, вроде бы. Погоди, ты мне дал тотем Хаги-Ваги. Написано, призывает Хаги-Ваги при опасности. Это как? Так, нужно ей как-то объяснить. Я поняла, я типа буду неуязвимой. Давай, сейчас затестим, сейчас затестим. И бамс! Нет, ты будешь уязвимой. Нет, это не так работает. Ладно, придется сожрать кусочек колодца. Вот, я ее вытащил. Правда работает. При опасности ты меня спас! А, вот! Что-то звуки страшные были, не поняла. Ты слышал? Это был ты? Да-да-да, когда фласка урон получает, я телепортируюсь к ней. Нужно ей это показать как-нибудь. Вот, давайте ее туда воткнем. Вот, а? Что страшные звуки происходят, я не понимаю, хуги-вуги, а? Блин, я не знаю, как ей объяснить, как работает этот тотем. Я могу тебя на ручки взять? Ну-ка, погоди, надо затестить. Так-так-так-так. А, ты как, ты, походу, слишком большой. Да, я слишком большой, меня нельзя на руки брать. О, вон крипер, то есть, короче, если фласки что-то угрожают, то я бац и пролетел. Оба поперли вниз, прям. Нет! Ты не попал, прям попарам, пум-пам. Вот. Я. Да куда она, зачем она столько раз урон получает? Мне здесь сложно проходить. Так, тут узенько. А, ты все хаваешь. Ёшкин ты, кот, это ты прожорливый. Так, ладно, пойдем. Нам нужно в самую глубь, в самую глубь. А зачем? Зачем мы идем в шахту-то? Там моя нычечка, там куча всего прикольненького. Давай, иди. Ой, нет, походу не в ту сторону мы пошли. Тут выход. Ладно, пойдем, выйдем отсюда. Не буду показывать нычку здесь сегодня. Да куда? Блин, нужно, чтобы она получила урон, потому что мне еще выбираться из этой шахты полгода тут. Ты где там, хуги-вуги? Да здесь хуги-вуги. Я иду, Ёшкин-матрёшкин, почти. А, Ёшкин, ты кот, ноги поломала твою. Твою курочь, но постоянно люблю ломать ноги. Я вот не знаю. Это судьба. Пойдем. Какая судьба? Ладно, съем сено, закроем дверь. Так, 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 так. Дай еще пару кубиков. О, кубики, кубики, кубики. Во-во-во, забирай, забирай. Огниво, я поняла твой намек. Ты хочешь, чтобы мы пошли? Это я люблю. Не поняла. Ну, мне ж надо как-то пройти. Вот. О, молодец. Так, ладненько, пойдем. Нам нужно с тобой найти пустынную пирамиду. Ты спросишь, зачем? Там, там кубики. Я отвечаю, не вру. Вообще никогда. Да. Пойдем, хуги-вуги, пойдем. Она меня еще на поводок прицепила. Чтобы ты не потерялся, я решила связать нас красной нитью судьбы. Да-да. Блин, ну это что за жесть? И почему поводок невидимый? Ну а теперь зато мне ходить не надо. Фласка меня просто тащит и все. О, я обожаю сакуру. Пойдем, нам нужна сакура. Я хочу обложить свой домик вот этой красивой сакурой. О, я вижу разбойников. Ой, случайно вышло. Я ж забыл, что когда фласка получает урон, я к ней телепортируюсь. Да как меня отчерпеть? Ладно. Давай, помогай, хуги-вуги. Я его съем. Вот, правильно? Ну-ка, давай мне. Кого дробовать? Дроп-дроп-дроп-дроп-дроп-дроп-дроп. Дроп-дроп. Вот, вот. Все, что у меня есть. Ты превратил это в грязь? Ладно, я сама добуду. Вы извините, у меня просто этот. Ну, как бы
бы из желудка не достается то, что я съел. Вот. Чё стоишь? Ножницы нужны. Давай, кэшбэч, кэшбэч, кэшбэч. Какие ножницы? Тут куча бесполезного всего, но не ножницы. Неплохо, неплохо. О, кисть, ты хочешь, чтобы я тебя пощекотала? Пяточки, пяточки, да, да, да. Не надо мне ничего щекотать. Нет, не надо. Звуки страшные, будто бы ты мне угрожаешь. Но я-то знаю, что ты добрый. Я-то знаю, что ты добрый. Да, я очень добрый. Мы идем с разбойниками фигачиться или нет? Подождите, нужно ее притянуть. Ура, дырочка! Нет, нет, я же сейчас там тоже. Мне оказался, да? Сейчас. Тихо! Да куда она? Вот все, я ее схватил. Пойдем, мы сейчас с тобой сразимся с разбойниками. Я их пожру. Вот, а потом подарочки тебе дам за кубики. Ты так мило взял меня в подмыхи. Ха-ха-ха. Ох, ты ж ешки ты кот, ладно, поняла. Не понял. Я вообще-то не пахну. Вот, разбойники, то, что надо, я сейчас их сожру. Так, ты стой здесь, а я пошел с ними разбираться. И тебя мы съедим. Ты на кого напал? Я еще глаз на задницу накидал. Фласка тотем из рук убрал и меня к ней не телепортирует. Ну да ладно. Ча, я пойду быстренько сбегаю за сундучком. Главное, чтобы она там сейчас нигде урон не получила. Так, ага. Хуги-вуги. О, господи, ты тоже любишь ломать ноги? Тогда мы с тобой вдвоем, братья. Во, сундук. О, еще один вкусный рог. Пошел отсюда. Ничий шаблон. Что такое? Непонятно. Так, ладно, сундук железа пригодится. Этим убираем, убираем. Они одинаково? Это другой звук. Слыхал, смотри. А, ты тоже так умеешь? А я буду вот так вот. Господи, вот Фласке нравятся эти козьи рога. Так, ладно. Ну, она поняла, что я самый крутой. А ну-ка, хрясь, хрясь. Фласку не трожь. О, тотем, тотем. Нифига себе, тебя вштырил, ты ж такой пип. Да ё-моё, всё, нам отсюда нужно валить. Чё вы тут вообще забыли? Нет, не ешь его. Я покажу тебе, жопа садовая. Я покажу тебе. О, привет. Дурное знамение теперь на мне. Мы не можем вернуться в деревню, блин. Вот нафига она напала на того, кто с флагом? Куда нам идти? Нужно как-нибудь у неё спросить. Пойдём, нам надо с тобой обратно домой. Я придумала прикольную идею. Да дом в другой стороне. Дом там. Поняла? Или не поняла? Ладно, надеюсь, поняла. Так, я ее поставлю здесь и сам не пойду дальше, потому что дурное знамение. Давай, иди. Ой. Ты меня ударил? Не-не-не-не-не. Иди, иди. Вот туда. Ты меня ударил? Да не-не-не-не-не. Вот туда иди. На-на-на. Я знаю, что ты хочешь. О, черепаший панцирь. Только его не видно. О, прикол. Сразу резко отступила. Блин, я не могу в деревню пойти, потому что рейд начнется. Пойдем, пойдем, брат мой. Брат, братан, братишка. Ёшкин ты кот! Куда ёшкин ты кот? Чё там такое? Ой, случайно ноги сломала. Ты где, хуги-вуги? Иди сюда. Ладно, сейчас я тебе помогу, хуги-вуги. Да не надо, я сам отсюда выберусь. Да ёшкин-матрёшкин. Ну, по крайней мере, она разобралась, как тотем работает. Вот, рейд. А как ты, кстати, тут появился? О, прикол, флаг. Мы на стороне рейда? Давай. И выпилим всех жителей. Нет. Нет, надо не жителей, а вон разбойников чертил. Вот они. Не поняла, мы что, на стороне жителей? Да, конечно, на стороне жителей. Мы же только что разбойников грабанули. Сюда, подожди! А, я сейчас устрою кучу-то потреху. Я с ним разбираюсь! Да это я! Всё, под удар попал. Где-то еще один чертильник остался. Ну, привет! Я тебя притяну и сожру. За мной, мои воины! Я поведу вас к победе! Ой, вернее, приведу к победе. Тяжелый случай. У Фласки опять бед с башкой. А, навка! Да не получай, урон! Привет, ты чё уркаешь тут? У тебя живот уркает? На, поишь. Да не уркает! Ничего, мне даже есть не нужно. Слышь, у меня тоже есть! Ур! Пойдем, мы сейчас мы с ними разберемся. Я притянул одного, сейчас второго притянул. А, да ё-моё, Фласка меня опять призвала. Да здесь, я здесь. Что происходит? Не надо было ей давать этот тотем, потому что она постоянно получает урон. Тихо, тихо, чуешь? Нюхай, где они? Я не знаю, где они. А кушать хочешь напоить? О, еще один тотем. И в левую, и в правую? Ну, как хочешь. Можешь и в левую, и в правую. Нифига себе, их много. Ща разберемся, ща как разберемся. На! Правильно, правильно, да. О, победа, победа. Я герой деревни, хоть я и хаги-ваги. Кайфы, 40 минут мы будем с тобой героями. Пойдем, пойдем. Нам надо повесить это на наш с тобой домик. Вернее, на мой, а у тебя домика нет. Но ничего, что-нибудь придумаем. Не-не-не, это теперь тоже мой домик. Опа, и вот это ломаем, и вот туда тоже повесь. Во. Кстати, смотри, их лица похожи на твою, да? Ну, немножко. По-моему, вообще не похоже. Давайте скажем нет. Вылитый ты, брат мой. Так, давайте еще флаги повесим. Во. Красота, я считаю. Ладно, на кубик, а я пойду по своим делам. По каким делам? А я? Погоди немножко. Мне надо кое-что доделать.
Нет, просто так я тебя не отпущу. Ой! Ты что, дурачок, что ли? Напугал, что ли? Вот железо! Ты что, как эта женщина заорал? Это не я, это я кого-то сожрал недавно. Вот. У меня такая же игрушка, она умеет пищать, смотри.